Всем здорово! Въехали в новый город через всю страну. Если мы были в горах, в Татрах, то сейчас мы возле моря. Тестирую новую камеру и надеюсь, там все замечательно видно. Пишите в комментариях, как качество съемки, улучшилось или нет. Мне самому очень интересно. Вот так вот. Корабли, море холодное. Купаться никто не купается, но ощущается запах моря, и это тоже круто. И шум. Ну, шум волн. Короче, я доволен. А как у вас дела? Рассказывайте. Гдыня вообще тоже такой интересный маленький городок, очень зеленый, много-много деревьев и очень много людей на велосипедах катаются, а еще на байках. Не знаю, больше всего, где я был в Польше, здесь люди катаются на чем-то двухколесном. Ну и самое интересное, что пешеходов на самом деле вообще нет, ну, практически по улицам, поэтому мы не стали. Мы решили тоже перестать быть пешеходами. Нормально. И прикупили себе по самокату. Точнее, самокат и все. О, а что это такое равное? Попробуй проехаться. Ничего не надо. Вообще прикольно себя спонтанно радовать. Какими-то штуками. Да. Пока ожидаем вопрос-ответы по работе. Нам должны завтра сообщить, что у нас по поводу работы. Отличная фотка. Живем пока в хостеле. Нам также ищут жилье. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет. Не знаю, пока еще не адаптировался на самом деле. Так. Ну, в целом, в общем, могу сказать, что город мне нравится. И вообще Польша нравится. Как-то так. Мазафака.